Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Это видео о местах Верони, которые нужно обязательно посетить, если вы там будете. Первое место, куда мы отправимся, это церковь Сан-Зена. По дороге туда мы увидели немало красивых и интересных мест. Например, сейчас перед нами замок Кастельвеккио. На данный момент он является музеем. В него мы вернемся чуть позже. Продолжаем путь и видим замок Кастельвеккио с совершенно другой стороны. Достигли нашей цели. Перед нами церковь Сан-Зена. В этой церкви находится работа Андреа Монтенья. По дороге из церкви Сан-Зена мы вновь увидели замок Кастельвеккио. Оттуда открывались интересные виды на Сан-Зена, а также на кафедральный собор. Верона известна домиком Джульетты. Далеко от дома Джульетты находится пьяцца Эрба. На данный момент здесь находится рынок. Также хочется увидеть Верону с высоты птичьего полета. Также недалеко от пьяцы Эрба находятся могилы Скаллигеров. Наверное, вам стало интересно, куда же мы все-таки сейчас направляемся. Да-да, сейчас мы увидим кафедральный собор. Недалеко от кафедрального собора находится церковь Святой Анастасии. Like it, like that.
Также мы не упустили возможность подняться на фуникулёре. Вновь увидели Верону с высоты птичьего полета. Последний день перед ужином мы решили прогуляться недалеко от нашей гостиницы, которая находится рядом с ареной. Увидели красивые закаты, насладились ими. I'm gonna make you pop like that.